Сегодня с утра на штабе приняли решение обратиться еще за самолетом, который более эффективно может это все погасить. Потому что зайти в плавни наши пожарные не могут, потому что это болотистая местность, ничего не могут сделать. Плюс все отрицательно сказывается, это ветер, который дует и постоянно раздувает этот огонь. Роспотребнадзор произвел вчера замеры по задымлению территории муниципального образования. Хочу обратиться к жителям, не переживайте, угрозы нет, все будет в порядке, в ближайшее время все будет локализовано и потушено.